Накануне в последнее мартовское утро около 7 на юго-западе Екатеринбурга на объездной, на участке между Амундсена и Ануфриево, белый пожизненно серый от грязи автобус китайской породы «Хайгер», к счастью, пустой, без пассажиров, на большой скорости вылетел с дороги, перескочил через невысокий в этом месте поребрик и наехал на раскидистый придорожный тополь. Наехал, впрочем, мягко сказано. Автобус не просто сломал могучее дерево у основания, но и перебросил его через металлический забор на местную парковку напротив девятиэтажки на Ануфриево 28. Изломанный падший тополь рухнул на иномарку, кажется, на Тойоту, проломив ей крышу. Когда к разбитому мелкому автобусу подбежали остановившиеся автомобилисты, и, кстати, никого из них в момент дорожной драмы поблизости не оказалось, ни молодой водитель «Хайгера», мужчина 60 лет от роду, был уже мертв. Пока не ясно, что могло вызвать его смертельно-убийственный маневр. Трасса сухая, и в этот час на этом участке оказалась совершенно пустой. Косвенные очевидцы дорожной трагедии предположили, что либо водитель уснул за баранкой, либо ему стало плохо за рулем, и он потерял контроль. Последнее предположение не выглядит невероятным с учетом возраста погибшего. Сотрудники ДПС на месте сделали тщательные замеры. Собрали вещдоки, опросили тех немногочисленных очевидцев, которые хоть и запоздало, но что-то могли видеть. Но пока спешить с выводами гаишники не стали. Слишком уж все неочевидно. Водитель, управляя автобусом, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортным средством, допустил наезд на препятствие дерева. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте.